Ли Цзяньжэнь. Лу Джицян. Завуч. Директор. Вэнь Сиюй. Моя учительница – богиня. Важные новости! Что случилось? Расскажи! Говори! Говори! Поговаривают, мисс Вэнь обнаружили с мужчиной голой! Что? Мисс Вэнь Сиюй? Кто этот счастливый ублюдок? Эй, быстрее! Подождите меня! Последний шанс сказать! Вы думали, своеволие – это личность, бунт – это обаяние? Хорошо, хорошо. Окей. Я бы не хотел, чтобы так быстро наступил гейм-овер. Один месяц назад. Кто из вас это сотворил? Кто? Думаете, я не узнаю, если вы будете молчать? Учитель, подойди-ка. Подними руки. Мистер Янь, я ничего не прячу. Клянусь, не верите? Повернись. Встань туда. Возьми ее в рот. Что ты делаешь? Размер-то троечка. Цзяньжэнь. Вау!
Послушайте, я представляю вам эту прекрасную и умную леди. Вэнь Сиюй, ваша новая учительница. Чертовски великолепно! Здравствуйте. Я новая учительница Вэнь Сиюй. Надеюсь, нам с вами будет комфортно работать. Да, да. Хорошо. Давайте поддержим ее. Говорить свободно. Можете задать ей несколько вопросов. Ага. Ведь можно? Конечно. Спрашивайте. Спрашивайте, не стесняйтесь. Например, есть ли у вас парень? Какое ваше любимое блюдо? Какие парни вам нравятся? Спрашивайте. Смелее. Я вам правда нравлюсь? Ведь так? Так? Правда ведь? Лис! Вы можете? Мисс Фэнь, вы можете? Ли Цзяньчжэнь, что это за вопрос? Встань в угол! Готовить? Сэр, о чем вы подумали? Что она там может? Ладно, ладно, хватит. Да, я могу готовить. Надеюсь, вы как-нибудь придете ко мне попробовать. О, великолепно, классно. Отлично. Мадам, у вас есть парень? Это не твое дело. Мисс Фэнь, ну, раз они спросили, вы можете ответить? Ну, на данный момент нет. Моя страсть, как факел, она выжжет пустыню. Эй, хватит! Я просто использовал язык тела, чтобы сказать вам, какой стиль тела будет лучшим для вашего выпускного. Староста? Какая программа будет у нашего класса? Как и в последние годы. Есть ли доброволец, чтобы участвовать в шоу? Кто-нибудь? Ну? Ой! Лу Джитян! Определенно. Ты меня радуешь. Сэр, я не хотел. Я знал, что у тебя есть идеи. Хорошо, хватит болтать. Садись. Кто-нибудь еще? Ли Цзяньчжэнь. Ты будешь участвовать. Ты в деле. Молодцы. Тогда за программу выпускного нашего класса отвечают Цзинь Инцзюнь, Лу Джитян и Ли Цзяньчжэнь. Согласны? Мисс Вэнь, как насчет того, чтобы обучить их? Я? Да, просто относитесь к этому как к своей практике, хорошо? Да, хорошо. Вэнь Сиюй! У него реально крутые сиськи. И отличная задница. А ты видел ее лицо? Ее грудь? Ее зад? О, да. Эй, Инцзюнь, предупреждаю тебя. Она моя. Даже близко к ней не подходи. Да мне не интересно. Я запомнил твои слова. Джитян, ты слышал, что он сказал? Я ничего не слышал. Эй, Инцзюнь, помни, что ты сказал. Сиюй, моя дорогая,
Ты погуляешь со мной? Ты чего? Где он? Индзюнь? Да забудьте про него. А что такое? Что случилось? Он очень занят. Половина девчонок школы ждет, чтобы пойти с ним на свидание. Я ведь прав? Да, это так. Давайте подумаем о программе, которая у нас есть в этом году. Хорошо, хорошо. Да ты гонишь. Мисс Вэй, уверяю вас, каждый выпускной в нашей школе — это рутина. Нам просто нужно закончить график. Что? И это называется выпускной? Вы разве не знаете? Вступительные экзамены в колледже гораздо важнее. С тех пор, как наша школа открылась, это мобилизационное собрание перед предстоящими экзаменами. Просто кричим речевки, что-то типа того. Но в любом случае, это незабываемое событие для каждого. Так. Что если мы устроим что-нибудь новенькое в этом году? Что новенькое? Ну, например, горячий танец. Послушайте, горячий танец? Король Ада не согласится на такое. Король Ада? Король Ада, когда он смотрит на кого-нибудь, в его глазах загорается свирепый огонь. Мы лучше случайно предложим программу. Она должна быть такая же, как всегда. Рутина и речевки. Так ведь? Как насчет моей идеи? Ты не придешь на репетицию сегодня? Мне не интересно. А что тебе интересно? У вас чулки порвались. Директор? Завуч Янь, что они там делают? Раз, два, три. Нелепость! Это глупость какая-то! Директор, вам нужно научить их некоторым правилам. Понял, понял, не переживайте. Завуч Янь? Вэнь Си Юй. Какого черта вы делаете? Думаете, выпускной концерт для того, чтобы показывать соблазнение чувства? Завуч Янь, это всего лишь танец. Ни слова больше. Говорю вам,
В его существовании есть неизбежность. Но... Не надо этой чуши. Делайте, как я сказал. Следуйте обычаям. Завуч Янь, у меня есть своя идея насчет этого. Своя идея? Вы понимаете, что главы учительского комитета будут на выпускном концерте? Если будут оплошности, нас раскритикуют. Я не думаю, что концерт для глав или любых других директоров. Он для учеников. Я просто хочу, чтобы у них остались незабываемые впечатления. Это ваши мысли или их? Помните, кто вы? Вы всего лишь практикантка. Вот это интересно. Я думал, это скучно. Но теперь я заинтересован. Увидимся завтра. Что с тобой, Лу? Я хочу к маме. Ты в порядке, Лу? Эй, Инзюнь, как ты мог нарушить свое обещание? Ты не был мне заинтересован. Извини, я изменил свое мнение. Твердо, бесстыжие. Спасибо. Все хорошо? Давайте заново. Начнем с этого. Приготовились? Начали. Молодцы, хорошо получается. Давайте посмотрим, как Инзюнь снова станцует. Да. Танцуй, если думаешь, что хорош. Хрена себе. Очень хорошо, очень. Вы двое повторяйте за Инзюнем и мной. И снова танцуем. Раз, два, три, четыре. Хорошо, и в другую сторону. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Ух ты! Учитель. Учитель, они больше, чем я думал. Ты же единственный, кто рисовал граффити в нашей школе. Мне это наскучило. Насчет тебя есть слухи. Какие слухи? Говорят, ты нравишься половине девчонок в нашей школе. А вы когда-нибудь слышали, что вы из этой половины? Почему ты так уверен? Разве это не здорово, быть уверенным в себе? Ты классный. Вы тоже. Предположим, что внутренние углы треугольника ABC противоположны им отрезке ABC. А синус угла А равен трем косинусам угла B. Вычислите угол B. Дзинь-дзинь. К доске. Лу Джицян. К доске.
Сэр, я не могу с этим справиться. Не пари чушь. Вали отсюда! Ли Цзяньжэнь. К доске. Закончил? Решай давай. Хорошо. Я тоже не знаю. Ты вали туда. Вот этот. И этот. Урок окончен. Мы можем идти к мисс Вэнь. Будьте внимательны. Пацаны, почему Зауч нацелился на Инзюня? Не знаю. Разве он не знает, что отец Инзюня — министр образования? Да, кто знает. Может, он выпил не те таблетки? Вот тупой! Эй, я слышал, что Инзюнь замутил Свэнь. Я понял. С тех пор, как этому тупице понравилась мисс Свэнь, он взревновал. Вот тупой! А как далеко у них зашло? Как говорит моя матушка, нехорошо судить кого-то за его спиной. Учитель, я тут немного не разобрался. Вы можете мне объяснить? Не забывай использовать предлог. Ты внимательно слушаешь? Мне это не интересно. А что тебе интересно? Учитель, какое совпадение? Это ты? Да, точно. Судьба действительно предопределена. Можем мы пойти в библиотеку после уроков? Хорошо. Я знал, что вы не откажете. Ты должен быть внимательнее на уроках. Okay.
Можем мы продолжить? Вы двое. Хотите беспокоить меня с самого утра? Ты. Кто выкрасил твои волосы? А это что, динозавр? Вы думали, что лучше него? Говорю вам, вы гораздо хуже. Посмотрите на себя, слабаки. Не облажались, что нам делать? Умоляйте, помоги мне. Иначе он с меня шкуру спустит. А как же я? Не, он не станет, потому что ты хороший ученик. Ты же мой друг. Можешь мне? Больше такого не будет. Просто провалите домой. Не думайте, что вы богатенькие. Лужицян. Подойди сюда. Это... учитель! Садись на корточки! Мои карманные деньги! Ну, молодец, Лучицян! Ты хочешь не учиться? А почитай такое? Учитель, что это? Скажи мне! Мерзавец! Бесстыдник! Иди и приведи родителей в школу! Сейчас же! Раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8. После этого вам нужно приподнять вот это место, понятно? Молодцы. Продолжайте. Задержитесь на немного. Ты упал, Лу. Я помогу тебе. Нет. Я подниму тебя. Нет, я в порядке. В порядке? Что случилось? Сэр, я... Мой... Этот... Так, стой. Нет, я про то, что если он... продолжит расти... Это очень даже нормально, столкнуться с этим в твоем возрасте. Что ж, давай проведем простой тест. Постой, погоди. Герои рождаются из молодых. Мисс Вэнь, вы заняты? Нет. Скажите, что там с Сяолу? Сяолу? Что случилось с Лу Джицяном? Ничего. Почему на его лице так много морщин? А, вы об этом. Я знаю. Я раньше боялся. В тот день. Ты чей-то отец? Когда мы гуляли, люди спрашивали, не муж ли он мне. Некоторые даже спрашивали, не мой ли он отчим. Хотя его болезнь была под контролем, никто не знал, почему он стал таким. Наконец-то, благодаря ему, я понял одну истину. Лекарства нельзя принимать по доброй воле. Это правда жизни. Хотя он сейчас
выглядит немного старше своего возраста, на самом деле, он ведь просто ученик. Вы правы. Мисс Вэнь, вы сегодня вечером свободны? Я классный руководитель. Думаю, в последнее время наши отношения очень даже недостаточно крепки. Для нас просто необходимо поужинать вместе, чтобы поплотнее пообщаться друг с другом. Что вы думаете? Что вы говорите, верно. Но у меня сегодня репетиция с учениками. Может, как-нибудь другой раз? Я свободна. Пойдем со мной. Мне надо кое-какие бумаги разобрать. Мисс, я помогу вам прибраться. Спасибо, Лу. Эй, Лу, ты поранился? Нет, ничего страшного. Я вчера тяжести таскал. Тебе лучше быть поосторожнее. Ты очень хорош в уборке. Ты же аккуратный мальчик. Нет, мне просто нравится убираться. Тебе бы стать учителем. Мисс, вы устали? Да, в последнее время устаю немного. Позвольте мне сделать вам массаж. Массаж? А ты умеешь? В детстве я делал массаж родителям. Вот так? Очень приятно. Сильнее. Вот так. Сильнее, Лу. Жестче. Сильнее. Мисс, вам не больно? Нет, совсем нет. Какого черта вы тут делаете? Лу-джи-цан. Выйди отсюда! Что это оставил? Я не знаю. Наверняка какой-нибудь студент. Ерунда. Одна роза на каждый день. Прекрати. Лу! О, мисс Вэнь! Садись в машину.
О, какое совпадение. Спасибо. Пожалуйста, я подвезу тебя. Спасибо, мисс Вэнь. Давай помогу. Нет, 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 тут просто нитка. Я разберусь. Так хорошо? Доставь себе удовольствие. Подрочи. Лу, чего ты ждешь? Просто сделай это. Подрочи, представляя ее. Даже если это превратится в ротоманию. Ты бесстыжий ротоман. Да, я такой. Лу, это не любовь. Не слушай его. Быстрее. Сделай это. Все зависит от тебя. Ты трус. Дерьмо. Трус? Совсем неплохо быть трусом. Я на самом деле трус. С давних времен трус. Да, любовь сияет, как кристалл. Мисс Вэнь улыбнулась мне сегодня, а я улыбался от счастья. Улыбка не сползала с моего лица весь день, и я понял, что влюбился в мисс Вэнь. 21 мая, воскресенье, солнечно. Любовь сияет, как кристалл. Когда я повзрослею, я должен храбро сказать мисс Вэнь, что люблю ее. Мой дневник! Отдай мне! Отдай! Лу любит мисс Вэнь! Report received by London Zoo that a puma had been spotted 45 miles south of London was similar in nature. Стойте, не надо. Лу. Лу, помоги мне. Нет! Нет, отпустите ее! Идиот! Лу, что случилось? Он спит, что ли? Мисс Вэнь.
Хорошо, давайте продолжим. Мисс Фэйн, простите меня, мисс Фэйн. Ну? Ну? Не здесь. Где ты? Лу. 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 Ты хочешь поспать еще? Мисс? Больше никогда так не напивайся. Ты же знаешь, что я беспокоюсь о тебе. Знаешь ведь? Знаю. Давай я немного полечу тебя. Мисс, я... Мне очень жаль. Ничего страшного, Лу. Это ты оставил розы на моем столе? Как вы поняли? Конечно, я поняла. Разве может какой-нибудь другой парень быть таким же заботливым, как ты? Ну, раз вы знаете об этом. Лу, твоей будущей девушке очень повезет. Мисс, я понимаю, вы успокаиваете меня. Но в этом нет необходимости. Я понимаю. Женщинам нравятся красивые мужчины типа Индзюня. Это действительно важно. Но важнее то, что мужчины должны быть нежными и добрыми и преподносить приятные сюрпризы в любое время. Такие, как ты. Вам это нравится? Конечно. Обаяние гораздо важнее внешности. Дай я обрабатываю твои раны. Больно? Нет. Потерпи немного. Все будет хорошо. О, мисс Вейн! Ваши волосы так вкусно пахнут. Правда? Мисс Фэй, у меня есть вам подарок. Что это? Это... Мисс, это подарок от всего сердца. Не хотите открыть? Мисс, вам это подойдет? Мишень? Ну как? Вы примеряли их? Что? О, это действительно просто вот так. А, это, конечно, я примерила. Правда? Я надела их. Но показывать тебе как-то неудобно. Мисс! Я не знаю почему, но как вижу вас...
Я начинаю сильно-сильно нервничать. Мисс! Я люблю вас. За что ты меня любишь? Могу я это изменить как-то? Мисс! Я правда, правда люблю вас. Не мог бы ты встать? Вставай. Заучьянь. Эй, Заучьянь. Мисс, подождите. Хватит. Вы меня любите, моя мисс? У меня есть условия. Мне нравятся парни, которые хорошо учатся. Если ты получишь больше 90 баллов за тест в этом месяце, я могу подумать о свидании с тобой. Мисс Вэнь, мне кажется, как учителю, вам нужно подумать о своих словах. 90! Вы шутите? Так ты не сможешь? Не смогу. В моем словаре нет таких слов. 90. Как два пальца. Вот увидите. Выйди из класса. Эй, выйди. Быстро. Встань к стенке. Расставь ноги.
Повернись. Что в карманах? Вытаскивай. Вытаскивай давай. Садись обратно. Завуч Янь. Завуч, вам идет улыбка. Правда? Да, если вы будете больше улыбаться, ученики будут думать, что вы добрый. Они будут восхищаться вами. Да не может быть. Восхищаться мной. Понимаете, с вашей мужественностью, строгостью и ответственностью я восхищаюсь вами от всего сердца. Завуч, у меня урок, мне нужно идти. Всего доброго. До свидания, пока. Мои друзья у приемников, это наше время полуночного шепота. Я ваш хороший друг Даму. Я ваш хороший друг Лан Цзюнь. Сегодня поговорим о вечной теме. О любви. Да, любовь — это вечная тема. Все сходят с ума от любви. Самое безумное происходит тогда, когда вы влюбляетесь в того, кого раньше ненавидели. Такие отношения выжигают ваше сердце. Да. Я могу спросить у них. Черепашка, я отойду ненадолго. У меня есть значимое дело. Хорошо, давайте послушаем нашего друга со второй линии. Хорошо. Привет, друг. Расскажи нам свою историю. Привет. Рад вас слышать. Мне 37. Ага, привет. Просто расскажи нам, что у тебя случилось. Я влюбился в женщину. Нет, в учительницу. А, понятно. Ты влюбился в учительницу. Ладно, ты тоже учитель? Да, да. Это не важно. Я думаю, это нормально. Она женщина, но есть ли у нее интерес к тебе? Ну, это... я не знаю. Мой друг, в любви есть только один путь. Быть активным, быть целенаправленным, быть властным. Вы правы. Целенаправленность, властность. Да. Хорошо, хорошо. Мисс Вейн, у меня есть кое-что, что вам сказать. Я люблю вас. Джао Мэйлин, 68. Лю Цун Цун, 0. Тин Ён Цзюнь, 100. Лу Чжи Цян, 38. Ли Цзян Жэнь, 88. Очень хорошо, давайте поаплодируем ему. Мисс, здесь ошибка в пятом вопросе.
Понимаете, вариант B и вариант C должны быть одинаковыми. О, ты прав. Моя ошибка. Каждый добавьте себе по 2 балла. 90! Да! Мисс, пойдемте со мной на свидание. Не мог бы ты помочь мне выехать? Конечно, без проблем. Мисс, разворачивайтесь. Да, заднюю. Еще вот так. А вы умные, очень хорошо, очень. Эй, мисс Фейн! Мисс Фейн! Мисс Фейн, подождите меня! Привет, Ли Цзян Жэнь. Почему вы так поступили, мисс? Как вы могли так со мной? Вы сказали, что можете быть со мной, если наберу 90 баллов. Не соглашусь с этим. Я лишь сказала, что рассмотрю возможность свидания. Мисс, вы провели меня. Да, провели. Вы не можете так со мной. Ли Цзян Жэнь, я думаю, нам лучше говорить о чем-нибудь другом. Хорошо, мне лучше положить трубку. Обстановка хорошая. Давайте посмотрим на недавно построенный учебный корпус. Извините, подождите меня. Ох уж эти дети, раньше они такими не были. Давайте пройдемся там, вон там. Где зовущий Янь? Что происходит? Разве он не должен отвечать за это? Мисс Фэнь, я иду. Вэнь Сиюй? Завуч? Я люблю вас. Здесь сейчас урок. Мисс Вэнь. Послушайте меня. Вы мне действительно нравитесь. Я уверен, что люблю вас. Мисс Вэнь, послушайте, вы мне действительно нравитесь. Да поймите, вы мне нравитесь, действительно нравитесь. Что вы делаете? Мисс Вэнь, сюда, пожалуйста. Вы мне очень нравитесь. Что это такое? Вы? Заучай, вы? Я могу объяснить. Послушайте меня. Что это? Вывезите его. Вы мне очень нравитесь. Очень-преочень нравитесь. Мисс Фэнь, какая нелепость. Простите. Эй, подождите. Как вы могли так со мной? Что за отношения? Сволочи! Сволочи! Пошли вы все нахрен! Thank you.
посмеешь так ко мне относиться? Мы еще посмотрим. Практиканка Вэн Си Юй аморально имела любовную связь с учеником после выпускного. Смотри, смотри! О, боже мой! Сни, смотри, смотри! Я даю вам последний шанс сказать. Я выясню, кто этот крутой парень. Что вы делаете? Директор? Директор, вы не знали? Тот вечер кто-то из них имел с ней интимную связь. Что за брехня? Брехня, я видел твои высокие каблуки. И о чем вы говорите? Сейчас узнаете. Кто хочет сказать? Кто? Хватит. Уйди. Сегодня я должен остановить вас. Потому что у меня есть чувство справедливости. Ты? Прекратите. Кто-нибудь видел, что произошло в тот вечер? Вы распространяете слухи о том, чего никогда не было. Вы когда-нибудь задумывались о жертвах? Похоже, мне ничего не остается, как только рассказать правду. В тот вечер... Я так хорош. Господи, у меня каблук сломался. Не может быть. Я помогу вам. Может, туфли внесли? Они вам подойдут? Да, спасибо. Мисс, немного воды? Нас зовут. Да, хорошо. Заняты? Так жарко. Очень жарко. Продолжим. Еще немного. О, хорошо. Салу, ну, ты в порядке? Боже, не обращайте внимания, все хорошо. Мисс, присядьте, садитесь. Я справлюсь с этим. Простите, мисс. Все хорошо. Хе-хе.